Здравствуйте. Господа, мы находимся на улице Красного Фонаря. Как я обещал, сегодня есть фотоотчет из Амстердама. Завтра, надеюсь, у нас будет еще фотоотчет, скорее всего, из Франции, из Парижа. Но сегодня мы бывали в таком замечательном месте, где секс, наркотики, не хватает только транса. Хотя, вы знаете, в один магазин я зашел и играл один транс. Я, кстати, снял тоже этот момент на видео. И выложу тоже сегодня вам этот момент. Здесь продаются просто печенье. Просто. Леденцы. И все с марихуаной. Да, все с марихуаной. Даже вплоть до того, что предлагают секс-таблетки. Поэтому всем советую здесь побывать. Это все-таки... Без детей. Да. Это все-таки столица, так скажем, Содома и Гоморры, грубо говоря. И при этом это же все-таки родина господина Армина, нашего владыки всемирного. Ну все, до свидания. Надеюсь, в скором будущем увидимся еще с вами уже в Франции.